стали известны предварительные результаты выборов президента России. Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом 73,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает РИА Новости. По данным опросов в ЦИАМ, выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,2% голосов, Владимир Жириновский, ЛДПР 6,7%, Ксения Собчак, Гражданская инициатива 2,5%, Григорий Явлинский, Яблоко 1,6%, Борис Титов, Партия Роста 1,1%. Центральная избирательная комиссия к 21:08 по московскому времени обработала почти 22% протоколов. Согласно официальным данным, Владимир Путин набирает более 73% голосов. На территории России президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области. Явка на 18:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,93%. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся. Предыстория. В России закончились выборы президента. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.